Привет! Начинаем нашу тренировку! Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Переносите вес тела с одной ноги на другую. Вытяните руки перед собой, сожмите в кулаки, как Милана. Поочередно поднимайте одну руку и одновременно опускайте другую. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, сведя ноги вместе, и маршируйте на месте. Согните руки в локтях и выполняйте движения обеими руками, как Милана. При движении правой руки левое колено направляйте наружу.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Стойте, держа ноги вместе. Согните руки в локтях и выполняйте движения обеими руками, как Милана. Выполняйте движение тазом слева направо, в такт музыке. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, согнув ноги в коленях. Согните руки в локтях и выполняйте движение руками, как Милана. Выполняйте движение тазом слева направо, в такт музыке. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Стойте, сведя ноги вместе. Поднимайте одну руку на уровень груди, одновременно опуская другую. Выполняйте движение тазом слева направо, в такт музыке, как Милана. We'll be right back.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Выставьте левую стопу вперед, а левую руку поднимите вверх. Покачивайте бедрами и выполняйте движение руками из стороны в сторону. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, широко расставив ноги. Выполняйте движение тазом слева направо, в такт музыке. Поднимайте правую руку над головой, как Милана. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Переносите вес тела с одной ноги на другую. Вытяните руки перед собой. Сожмите в кулаки, как Милана. Поочередно поднимайте одну руку и одновременно опускайте другую.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, сведя ноги вместе, и маршируйте на месте. Согните руки в локтях и выполняйте движения обеими руками, как Милана. При движении правой руки левое колено направляйте наружу. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Стойте, держа ноги вместе. Согните руки в локтях и выполняйте движения обеими руками, как Милана. Выполняйте движение тазом слева направо, в такт музыке. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Thank you.
Ура! Тренировка закончена! Я вас поздравляю! Вы супер и можете гордиться собой! Нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующей тренировке. Это поможет вам реже пропускать и чаще тренироваться. До следующей тренировки! Пока!